Salam uşaqlar. Bu gün də paylaşıram Urok 30, Şahsstrany nauki. Mən oxuyuram, sonra da tərcümə edərəm. Ещё раз здравствуйте, ребята. Сегодня 30 урок русский язык для восьмых классов, и сегодняшняя тема Шлях страны науки. Nəcə tərcümə olunur? Elm ölkələrinin şahı Постер. Человек самое главное создание в мире. Яни дейir ki insan dünyadakı ən şərəfli bir ə, məxluqdur. Tusinin sözləridir. Nasreddin Tusi geniy 13-cü 13 əsrin. Nasreddin Tusi 13-cü əsrin dahiisidir. A velikam uchonam napisano ne malo. Dahi alim haqqında çox yazılmışdır. On byl nastoyashchim matematikom i mudrym filosofom. Razbiralsya i v drugikh oblastyakh nauki. Ə, həm əsl bir riyaziyyatçı, həm də müdrik bir filosof idi. Eyni zamanda başqa elm sahələrində, yəni sahələrini bilirdi. Mhm. -hə. I vsyo же в мире он более известен как талантливый астроном. Ама ә, яне яне да дуньяда истедатлы бир астроном кеме даха яхшы таналыр. Туси основал Марагинскую ә, обсерваторию, известную во всем Востоке. Демяли Туси бүтін ә, шартта танылан ә, Мараға ә, рәсатқанасыны күрдің. Uh -huh. Построена она была всего за 12 лет, что очень трудно было сделать в то время. Яниуду Шахлар. Марагинская обсерватория являлась важнейшим научно-образовательным центром. A Marağa irsəd xanası ən vacib elmi və tədris mərkəzi idi. Tusi organizoval prney krupneyshuyu biblioteku. Tusi onunla birlikdə, yəni ən böyük kitabxana oldu təşkil etdi. Vney bylo bol'she 4 400 000 rukopisnykh tomov. Yəni deyir ki, burada kitabxanada 400 minlərdən çox əlyazma Var Aha. При обсерватории имелась также академия, сеть медресе. Э, Ресадханада академия в медресе шебекеллервариды, медресе var Марагинская обсерватория сыграла большую роль в развитии астрономии, а также ряда отраслей математики. Я не э, марага ресадханасы. Oha riyaziatın bir sıra sahələrində sahələrinin yanında astronomiyanın da inkişafında mühüm bir rol oyun oynurdu, o oynamışdır. Mhm, belə uşaqlar. Keçək <coughs> təzə sözlərimiz var. Podlinny geni. Podlinny geni əsil dahi. Set midrisi mədrəsə şəbəkəsi. Otrsli matematiki riyaziatın Сахаляри, рукописные тама, эльязма, детляри. Mm -hmm. шахлар чай, бурда, бергайда вар, кому, кому, чему, чему. Mm -hmm. Canlı, э, чему, да, Яни, Цан-создатель, нас, кому, чему. Вдательные подежды Бурда. Звонить, кому, позвонить. Яни, yani, помогать, помочь. Нравится понравится передавать передать верить поверить мешать помешать. Məsələn bu sözlər e, burada nə deyilir? Biz e, bilirsiniz ki, yəni feillər e, iki növü olur da, feilin forma, yəni bitmiş forması olur, bitməmiş forması olur. Sizin də yadınıza salım ki, yəni soverşenniy vid və nesoverşenniy vid. Yəni məsələn, əgər nesoverşenniy vid Это несовершенный вид называет действие отвечает на вопрос «что делать?». А глаголы совершенного вида обозначают законченное действие и отвечают на вопрос «что сделать?». Демяли несовершенный <существует> вид тиенда без битмямиш форма сан Совершенный дианда у шахлар битмиш пер форма, да, Яни, дейлер Бурда. Ага. Мәселен, о янанда, янында, варса долго, обычно, часто, редко, иногда, мәселен, каждый день. Я язым сезе, баша Совершенный вид, совершенный вид и несовершенный. Несовершенный вид глагола. Вид. Ага, İndi məsələn, ə, dəftərinizdə yazanda belə yazırsınız. Сов. nokta. ilə совершенный вид и несов. несов. Несовершенный вид yazırsınız. Məsələn, несовершенный, э, яня, несовершенنين həmişə yanında belə bir sözlər var. Belə bir sözlər var. Долго, çok обычное, həmişəki kimi обычна. Часто. Часто. Uh, редко, редко, иногда, иногда. Хэргюн, uh, например, каждый день, каждый день, каждый день. Ага. Uh Я -huh. uh, никогда, например, никогда хэчвах, никогда. Я даю, например, три месяца, ай, 3 месяца, попела, э, всякое. Bu sözlər varsa, yəni bilirsiniz ki, bu несовершенный видdir. Ama совершенный видin yanında həmişə belə sözlər ola bilər. Məsələn, наконец, нахаятки, наконец. Yəni bitmiş formadır bu. Наконец, məsələn, вдруг, тэфлден, yəni sırazu, инди. Məsələn, неожиданно. Неожиданно. Mhm. Mm məsələn, zaniyedelyu, bir həftə. Zaniyedelyu. Ya ne yəni, bul ancaq sovershennyy yanda məsələn yazılır belə sözlər. Və uşaqlar. Sovershennyy vid glagola. Ya ne yəni, bilirsən, sovershennyy də bitmiş. Bura yazın, mən bitmiş, bitmiş formasıdır. Bu da bitməmiş. Bitməmiş forma, yəni biləsiniz. Hə. İndi məsələn, sovershenny vid qlagola ancaq keçmiş keçmiş zamanda ya da gələcəkdə olur da. Что сделать и что сделает. Yəni həmişə sovershenny vidin altında bax yazıram. Proshyedshee vremya. Proshyedshee vremyada olur və budushye, gələcəkdə. Budushchey vremeni olur. Həm də ə, onların söz önükləri olur. Совершенный видdə, məsələn, читать, oxumaq və прочитать, oxumaq. Də Azərbaycan dilində ə, çatdıra bilmirsən o sözü bir sözlə deyirsə, amma rus dilində məsələn belə bir söz önükləri də var. Məsələn, про, sonra при, на, belə S, у və по. Deməli, məsələn, читать. Читать - yerisə, fel читать. Aha. Sözünü də düzələndə olur прочитать. Прочитать. Bu povershenny viddir. Nesovershenny vid. Məsələn, nesovershenny vid olanda, ə məsələn, hami proshyedshim vremeni. Hami proshyedshe vremeni. Proshyedshim vremeni olur. Hami nastoyashniy. в настоящем времени, хэмэ да будущем, в будущем времени олур. Что делал, что делает и что будет делать. Ага. А, мэсэлэн, беля бир сөзі гютрэк, мэн баша салым, сэ нэтэр элэмэх лазымды буну. Ага, бах, мэсэлэн. А, мы а, приглаголи спряжаем, да, спряжение, есть спряжение и земля склоняются по падежам, а глаголы спрягаются. Yani, э, спряжение, да, форма сада, азербайджанделина Ха, Если будем спрягать, то как? Например, я, я читаю, я читаю. Ага, ты читаешь, ты читаешь, ты читаешь. مثلا, о о хуй, он или она угу. читает читает мы читаем мы читаем мы читаем вы читаете вы читаете они читают они читают я я буду читать будешь читать он она будет читать джамдада məsələn мы будем читать из охуяры вы будете читать из охуярсы они будут читать яни bax elə bir şeylər var ki məsələn dediyim kimi yəni bu zaman zərfləri bitməmiş feillərdə işlənir məsələn bax demişəm də bunlara cərəflər bax məsələn dolqa bəyçi çoxda nadirca bəzən hər gün heç vaxt 3 ay. Bunlar da bitmiş. Nə qədər birdən, birbaşa, gözlənilməz bir həftə. Yəni uşaqlar, bunu sizin üçün yazmışam ki, yəni ə, biləsiniz. Necə, yəni tam və tam olmayan bilirubin ki, olur indi uşaqlarda, onu ya bilmirlər, ya da başa düşə bilmirlər. Yaxşı, keçək tapşırıqlarımıza uşaqlar. Aha. Задание первое. Задание первое у нас. Звонить отец, звонить кому? Звонить кому? Вопрос. Дательный падеж. Кому чему? Давайте попробуем написать. Готовиться к чему? К экзамену. Я за К экзамену. Я за Шохлар. Первое. Первое. Ага к экзамену. Там шахлар. Первое. Готовиться к экзамену. Я зах. Готовиться к экзамену. Экза... К экзамену. Угу. Готовиться к экзамену. Второе. Верить Кого? Верить кому? Верить кому? Верить людям. Людям. Верить людям. Помогать кому? Помогать сестре. Помогать сестре. Помогать сестре. Привыкать к чему? привыкать к остановке. Привыкать к остановке. К обстановке. Обстановки. Обстановки. Привыкать к обстановке. Потом радоваться празднику. Радоваться чему? Радоваться. Чему? Празднику. Празднику. Шахлар. Ага. Сора. Подходить к чему? К школе. Подходить к школе. К школе. Подходить к школе. Угу. И ответить кому? Ответить учителю. Ответить. Учителю. Учителю. Угу. Задание второе. И Шахлар бурда, да? Спишите предложение, употребите данные в скобках слова в нужной форме. Бурда да, Лейла помогает кому? Младшему брату. Бурда сонлух şəkildəsi dəyişməli də ona görə də sual verməlisiniz məsələn feildən pomaгает кому младшему брату что делать лейла çöмək elir balaca qardaşına ev tapşırıqları ə, tapşırıqları yazını yerinə yetir aha deməli лейла pomaгает кому младшему брату gəlin yazaq mən hamısını yazmayaram amma Шаглар. Ну что на до Оланармяньяза? Первое. Значит, кому младшему брату? Младшему. Младшему брату. Угу. Брату. Младшему брату. Угу. Сонгра второй. Самира показала. Новые рисунки кому? Своей подруге. Своей подруге. Своей подруге. Подруге. Своей подруге. Я купила на праздник подарок кому? Своей маме. Своей маме. Маме. Угу. Четвертое. Рамис привез кого? Близких. Рамис привез близкие да, сувениры. Рамис привез кому? Близким друзьям. Тогда тем ладно. Близким. Близким. Друзьям. Близким друзьям. Виабеч. Мы показали. Мы показали. Кому? Нашим гостям. Свою школу. Нашим. Нашим гостям. Гостям. Нашим гостям. Ага, Кетя и Кендия. Я первая. Будущие врачи это нужно знать. Нужно знать кому? Будущим врачам. Будущим. Врачам, врачам, будущим врачам. Угу. Ученики подарили кому цветы? Своим учителям? Своим учителям. Учителям. Третье. Школьники готовятся к чему? К выпускным экзаменам. Экзаменам. Выпускным экзаменом. Экзаменом. Ага. Экзаменом. Беляушахлар. Угу. Экзаменом. Сонгра. Орхан много рассказывал о друге. Орхан много рассказывал кому своим родителям. Своим, своим родителям. Ага. Вя Аида вечером позвонила кому? Дательный падеж тоже. Кому? Своему брату. Своему брату. Своему брату. Бахпеля у шахлар. Угу. Кетяй. За. Бурда, да? Аталар Сюзенда. верили в шахлар? Аталар Сюзенда. Э, первое. Грамоте учиться всегда пригодится. Грамоте учиться всегда пригодится. Yəni oxumaq hər yerdə, yəni əlindən tutar deməkdir. Ya oxumaq bilik belə bir hı, atalar sözü var. Ucheniye luchshe bogatstvo. Bilik ən yaxşı sərvətdir. Və üçüncü. Bez muki, bez muki net nauki. Yəni əziyyət çəkməsən, elim də yoxdur. Bez muki net nauki. Yəni əziyyət çəkməsən eş bir elmə, yəni eş vaxt elmi ya da bilik ala bilməzsən. Bax belə bir sözlərdir. Aha, составьте четвёртое. Составьте с данными глаголами предложения. Feillər verilib, bunlarla da biz ın, gəlin cümlələr ya da cüm, yəni söz birləşməsi yox, cümlə quraq. Позвонить, понравится, готовиться, помочь и подойти. Aha. Mən yazım. Deməli, yazıb, pozvonit. Zəng eləmək. Gəlin yazaq. Kakoy predlozheniye my mə mozhem sostavit? Cümlə qurmalı. Ya khochu pozvonit mami. Davayte napishim. Ya khochu. Siz də öz, yəni cümlələr qura bilərsiniz, özünüz də yaza bilərsiniz. Mən ancaq sizə göstədirəm, o demək deyil ki, yazıb elə kopiyala kopiyalayıb gedəsiniz məktəvə yox uşaqlar. Mən başa salıram ki, necə yazmaq lazımdır. Siz də bundan yararlanın. Mhm. <laughs> ya хочу. Ya хочу позвонить. Позвонить. Mən burda səhifə elədim. O, позвонить, aha, позвонить маме. Маме. Aha, ikinci поз вонить о я хочу тебе понравиться понравится я хочу тебе угу, понравиться понравится понравится понравится. Третье, какое слово у нас? готовится? Ребята стали готовиться к экзаменам. Кое Шахлар имтаханараха зраштлар. Ребята, ребята стали, стали готовиться, готовиться к экзаменам. к экзаменам к экзаменам к экзаменам угу. və 4-cü помочь. Помощь küməyləmək. Belə bir yazıq cümlə. Мы хотим помочь одинокой бабушке. В тək yaşayan qadına kömək eləyək. Da bax belə. Kömək eləmək istəyirik, da. Мы хотим. Мы хотим. помочь, помочь, одинокой, одинокой бабушке, бабушке, угу. одинокой бабушке. Вя печень здесь подойти. Угу. Яхан наш мах. Пах. Миша. Миша попросил попросил меня подойти поближе. Подойти. Uh -huh. Подойти поближе. Поближе. Бахпеля. Шахлар. Ага. Задание 5. Бурда, да? Беркрасворскими верлив. Бурда, ханса, сюздар, варбизда. Deməli. Gəlin baxaq. Massa iki sə yazılır, həmişə bunları yaddağınızda saxlayın. Massa məsələn. Passajır, yə da şossə, trassa, passaj. Gəlin yazaq. Mhm. Mm 5 masa masa sözü alında 2 s. pasajır sərnişin pasajır 2 s olur. trassa Mhm. trassa uşaqlar 2 s şosse şosse və pasaj pasaj və ikinci də də 2 l hansı sözlərdə yazılır? Məsələn, Allah rus adıdır, 2 l yazılır. Kolleksiya, alligator, məsələn, balada, ellips, a, gorilla. Bax belə, kolleksiya. Uğur, gəlin yazaq onları da, həmişə yaddımızda saxlayaq. 2 l yazılır. Allah. Məsələn, kolleksiya. Kolleksiya. лы эллипс эллипс аа баллада баллада иkkiлы yязылар горилла горилла ikkiлы и аллигатор а аллигатор алигатор аха ikki дonа yязылар Вя, течай, шахлар, алтендзю. Алтендзю так бурда, да. тырки выделенные словосочетания замените одним словом глаголом. Ты бурда, все сделал попытку. Бурда, уну, кяряй, пиз, фейля, чевряй, сделал попытку. попытку». сделал попытку. Попытался. Что сделал? Попытался. Сонгра бурда. сын дал обещание писать письма чаще. Все звери. Пизда он э, Фели дал обещание Демяли. Что сделал? Обещал. Командир дал приказ не оставлять занятую позицию. Командир дал приказ. Что сделал? Приказал. Что сделал? Приказал. номера 6 шахлар. Бах, перензи да. Сделал попытку. темяли что сделал? Попытался, Пусть сезон ерина. Бах, шахлар. Пу ерин. Бах, пусть сезон ерина. Сез дал обещание. Я дал приказ. темяли штангист. Что сделал? Попытался. Язарсенс. Попытался попытался штангист попытался взять большой вес угу. и чиндесы сын дал обещание сын что сделал обещал обещал сын обещал писать письма чаще и третье командир дал приказ что сделал приказал приказал что сделал командир приказал не оставлять занятую позицию Bu da belə uşaqlar. Sağ olun. Görüşərik.